я решил записать это видео, чтобы отснять выстрел из блочного лука Хойт RX-1 на дистанцию 100 метров. Стрелять я буду спортивными наконечниками Eastern Carbon 340. Точно такая же стрела, но наконечник Broadhead очень интересной формы, очень тяжелый наконечник с очень мощной пробивной способностью. Всех Broadhead'ов, которые есть в данный момент у меня в наличии, это самый тяжелый Broadhead. Дистанция, еще раз повторюсь, 100 метров. На дистанции у меня стоит олень. Приближаю картинку, чтобы можно было увидеть саму мишень. Сегодня очень тепло, но достаточно ветрено. Вот такая мишень. Это средний олень. Размером молодой олень косуля. Попадание в килозону есть. На такой дистанции любая ошибка приводит в промах. Попадание в зверя есть. Стрела ушла немножко правее от килзоны. Ударила по кишкам. Попадание в килозону. Да. Все три выстрела выстроил где-то с интервалом 10 сантиметров на дистанции 100 метров. Могу приблизить и показать, что у нас на я надеюсь, хорошо видно. Две стрелы отработали килзону у зверя, один выстрел, стрела немножко ушла правее, поскольку у нас сейчас ветер идет северный.
Итак, дистанция 100 метров. Стрела карбон Истом 340. Наконечник Бродхед. Сейчас приближу результат на камеру. На сегодня на этом буду заканчивать, так как сейчас будет вечерняя тренировка. Всем пока. До следующей.